О, о, класс. Все, меня видно уже, я так вижу. Напишите в чате. Да, видно, все, вижу. Всем привет. Всем привет, привет, привет. Но я думаю, меня нормально видно, да? Отлично, видно, слышно. Хорошо, тогда будем с вами приступать. Сегодня у нас такой очень взбодрительный будет вебинар, очень такая веселая планерочка, потому что сегодня у нас такая планерка впервые вообще в истории всей команды «Приоритет», вообще в истории всей работы «Приоритет», да, и сегодня просто будет о чем, да, то есть, ну, как всегда, мы рассказываем про наши возможности, как всегда, мы рассказываем про наши инструменты, с которыми мы работаем, и, как всегда, мы приводим результаты за прошлый период. И это результаты, которые были рекордные. Такого еще в истории за 6 лет, такого еще не было. Поэтому, ребятки, мы будем приступать. Очень много у нас поздравлений, очень много информации. Кто еще не пришел, позовите своих партнеров обязательно. Напишите в чатах еще, чтобы заходили, да, партнеры. Также помним о том, что сейчас я, подождите, очищу чат. Мне нужно очистить чат и... Так, и мы начинаем в чате писать, потому что в конце, среди тех комментариев, которые пишутся в чате, у нас будут разыграны подарки, денежные призы и набор на Wage. Поэтому, ребятки, активно поддерживаем друг друга в нашем чате, активно поддерживаем меня, задаем вопросы, активно участвуем в этом диалоге и начинаем нашу планерочку. Я хочу... Для начала познакомиться с вами, да, кто у нас здесь есть, и напишите циферку 1, кто впервые на нашей такой планерке. Циферку 1. Я вижу, что у нас очень много таких партнеров, и сейчас, кто не впервые, поставьте онлайновские наши аплодисменты, восклицательные знаки, и давайте просто поприветствуем наших новых партнеров. Это те люди, которые впервые узнают про эти возможности, это те люди, которые только присоединились, это те люди, которые очень много еще не понимают, не знают, и у них очень много вопросов, да, и им больше всего, людям, новичкам, нужна наша поддержка, да, потому что мы одна вот дружная сплоченная команда, и если вы новичок в этой команде, понимаете, что вы в классном месте, вы с классной командой, вы с классными людьми, вы в перспективном месте, где может измениться ваша жизнь. И для тех, кто впервые на планерочке, мы поприветствовали, да, и приветствуем в вот такой вот энергично развивающейся команде «Приоритет». И сейчас расскажу, кто мы такие, да, что такое вообще онлайн-проект «Приоритет». Мы сотрудничаем с компанией Reflame и уже на протяжении 6 лет. 6 лет с помощью онлайна, с помощью компании Reflame люди зарабатывают в нашем проекте, да, за 6 лет результаты, которые есть у нас в команде, это 41 частный предприниматель, это 37 уже директорских команд, это 40 партнеров, которые путешествовали в 9 стран мира, это уже появляются новые партнеры, которые будут путешествовать, это доходы, которые выплачивает каждые 3 недели компания нам за работу 350 тысяч гривен, 54 тысячи долларов премиями только получено, но буквально чуть-чуть, и это будет просто, наверное, удвоение этих премий, потому что только за этот каталог очень много партнеров вышли на дополнительные премии. Один автомобиль получен по автопрограмме, но в перспективе у нас уже есть кандидаты, да, на автопрограмму, поэтому скоро эта цифра тоже будет расти. И вы тоже, если вы пришли сюда, вы тоже можете получить здесь, например, автомобиль от компании в подарок. Также наша команда входит в топ-15 Украины за 5 лет активной работы. О чем эта цифра говорит? Да, то есть многие говорят о том, что ну, там, развивается
развиваются те, кто пришел первый. Компания 24 года на рынке Украины. Вот просто вдумайтесь в эти слова, это масштаб, да? 24 года компания на рынке Украины. Мы пришли в компанию 6 лет назад, да? И на вот 18-м году, да, то есть уже существование в компании, да, то есть вошли в топ-15. То есть неважно, когда ты приходишь, неважно, в каком статусе ты приходишь, все начинаем с нуля, но у каждого есть амбиции, у каждого есть свои цели, поэтому все зависит здесь от того, какие цели будут у вас. Если вы хотите здесь развиваться масштабно, так как мы, тогда вы в очень правильном месте. Если вы новичок, если вы менеджер, директор и так дальше, то есть мы вместе здесь развиваемся и отлично учимся зарабатывать с помощью новых онлайн-технологий. Запомните, 21 век – это век онлайна, и если многие напуганы онлайн-заработками, да, многие там фукают или отбрасывают эти предложения, то вы молодцы, что вы приняли это предложение, потому что через 3-5 лет все будет в интернете, а вы уже это начинаете делать сейчас. А те люди, которые еще отбрасывают эти предложения, они потом будут локти кусать о том, что они не пришли сюда, да? Поэтому вы уже в правильном месте. Вы уже сделали правильный выбор. И с этим выбором мы вас поздравляем. И сейчас расскажу про возможности, которые мы предлагаем вам здесь. О том, сколько здесь можно зарабатывать. Пишите в чате еще, кто чем занимается. Кто чем занимается, напишите в чате. И кто сколько зарабатывал или зарабатывает. И хватает ли вам этих денег? И получаете ли вы удовольствие от той жизни, от той работы, от того своего настоящего, да, у нас, то есть, ну, в любом случае у каждого человека есть какие-то желания, да, на эти все желания нужны деньги, и если у вас чего-то не хватает, ну, вот в том, ну, в той ситуации, которая сейчас есть, естественно, вы не удовлетворены жизнью, и, естественно, вам что-то плохо, вам что-то не нравится, вам что-то не так, в вашей семье что-то не так, не то происходит, потому что вы мечтали совершенно о другом, и на все ваши мечты нужны деньги. И если вы на этом этапе жизни еще не зарабатывали, да, не зарабатываете эту сумму на свои мечты, нужно, значит, менять место, где можно их зарабатывать. Напишите свои мечты, посчитайте свои деньги, посчитайте деньги, которые нужны вам на мечты, и просто подумайте, где и как я их могу зарабатывать. Если я работаю 5 лет на одной работе, у меня ничего не изменилось, мне нужно что-то конкретно менять. У меня была такая ситуация 7 лет назад, когда я пришла в компанию, 8 лет назад, когда я пришла в компанию Reflame, не хватало, не устраивало, не нравилась работа, не нравился график, не нравились зарплаты, не нравились вообще, ничего не нравилось, да, потому что хотелось по-другому, хотелось как в фильме, хотелось как в сказке, хотелось как успешные люди, да, и когда ко мне постучалась эта возможность, я ухватилась за нее, и я увидела здесь. Посмотрите на эти скрины. Есть доходы 5 тысяч, есть доходы 9, есть доходы 13, есть доходы 33, а есть доходы 133 тысячи гривен. Можете представить, да, ну то есть, что вы сможете? Вы сможете свои желания уже купить за эти 133 тысячи, да? То есть все зависит от денег. Многие говорят, не в деньгах счастье, в деньгах счастье, ребят. И когда вы больше своих желаний можете покрыть с помощью денег, тогда вы счастливее, тогда вы удовлетвореннее, тогда вам все нравится, тогда вас устраивает ваша семья, тогда вас устраивают ваши дети, тогда вы можете сделать ту внешность, которая будет вас устраивать, тогда вы можете питаться той пищей, которой хочется, одеваться в то, что хочется. Ребят, поэтому вот, и сейчас я не буду вам продавать мыло или зубную пасту с каталога Oriflame. Oriflame – это не просто помада. Oriflame – это безграничные возможности, на которые мы вас приглашаем. И самое главное – у себя в голове вот здесь понять. И когда вы сейчас для себя принимаете решение, вау, какой я класс, компании, вау, какие передо мной возможности открываются, взяли и делаем.
то, что будет у вас что-то получается, не получается, отказывает, отговаривает, насмешки. Это каждый день я слышу от своих новичков. У меня это все уже прошло, у меня это все уже было. Хотя есть люди, которые до сих пор, да, может быть, там отказывают ежедневно, но кто-то, может, да, там думает, ерундой занимаемся или еще чего-то, да, там лохотрон и так дальше. Но мне очень просто, ну, у меня была сила, да, своя вот внутри, да, которая помогла мне не остановиться. И у тех всех наших лидеров, которые уже есть, которые имеют уже эти доходы, у них тоже была сила духа вот этом внутри, да. Если мне отказали, это ничего страшного. Если мне там сказали, что это фигня, ну, то есть, ну, это так человек думает. Это на самом деле не так. Это уникальные возможности заработка в нынешнее, 21 век, кризисное время. Вспомните март месяц, сколько людей пострадали. Наши люди не пострадали. Наша компания дополнительно дала деньги. Наша компания дополнительно дала скидки. Наша компания дополнительно дала страну, куда мы будем путешествовать. Наша компания дополнительно дала премии, бонусы и так дальше. И поэтому я об этом рассказываю. И поэтому я хочу, чтобы вы это поняли. И тогда выбирайте себе ту сумму, к которой вы хотите стремиться. Если вы хотите здесь зарабатывать 5000 гривен, это нужно там определенный период времени, да, кому-то полгода, кому-то год. Если вы хотите здесь зарабатывать 20 тысяч гривен, возможно, вам понадобится 2 года. Если вы хотите здесь зарабатывать 100 тысяч гривен, как мы, нам понадобилось 6 лет. Но на другой, любой работе мы бы не смогли выйти на такой доход. И поэтому, ну, и просто поймите, нигде вам 100 тысяч гривен за просто за красивые глаза платить не будут. Нигде вам не будут платить и 5, и 10 за красивые глаза. За действия платят, нужно просто понять, что тут делать. Поэтому идем дальше, да, то есть первое, что мы предлагаем, это доход. Доход, но он не будет у вас вот такой вот сразу завтра, не будет. Не одевайте себе розовые очки, не обнадеживайте себя, разберитесь, что нужно делать, и потом мы начинаем с вами действовать. Многие говорят, мне нужны деньги сейчас. Да, если у вас есть работа, вы можете зарабатывать на работе сейчас, но в своем графике найдите 2 часа в день для того, чтобы по крупицам собирать этот бизнес, и чтобы через год еще у вас были деньги сейчас, к примеру, 5 тысяч гривен, 10 тысяч гривен, через год вы дополнительно создали себе бизнес с этой компанией, у вас еще дополнительно 7 тысяч гривен, и вы тогда уже понимаете, что вы можете отказаться от вот этих денег, которые сейчас были, да, от работы, которая не устраивает, и всю свою энергию, все свое время отдать в этот бизнес, из 7 выйти на 20, и выйти на 30 и так дальше. Поэтому просто если вы работаете, если вы, например, у вас есть основная работа, тогда нужно научиться совмещать. Если вы в декрете, вообще нету проблем. Я начинала в декрете. У нас большинство мамочек в декрете, которые в своем графике с детьми по 2 детей. У всех есть дети, ну, у многих есть дети, да, и кто-то говорит, что вот я не могу, потому что у меня дети. Ребятки, как это я не могу, потому что у меня дети? Да я хочу, я лечу, потому что у меня дети. И наоборот, декрет – это то время, когда приходит переосознание, что я не хочу отдавать свое драгоценное время начальнику, хозяину, работе, офису, маршруткам, проездам и так дальше. Посчитайте, если вы работающий или работали когда-то, сколько времени уходит на работу? 8, 10, 12 часов. А жизнь мимо ваших детей проходит. Поэтому вот это, об этом нужно думать, перед тем, как принимать решение, хочу я здесь или не хочу, проанализируйте еще 5 лет прошлой своей жизни, что вам там нравилось, многих не устраивает, и дайте себе отчет, да, я не хочу так, я хочу по-новому, по-другому. Когда я увидела возможности, я вот все, я сконцентрировалась и все, мне ничего не надо, мне надо вот это, потому что я понимаю, если у меня будет вот это, то, что я показываю на слайде, у меня будет в жизни все хорошо, и так случилось. Поэтому это о заработках. Дальше. И дальше
о разнообразии, потому что, опять же, вернемся в ваши 5 лет жизни, которые вот уже были у вас, прошли, да, что у вас было, какие яркие эмоции вы получали, ну, максимум какой-то один, ну, там, максимум 3 дня рождения отметили с семьей и максимум какой-то один корпоратив на работе, все, больше ничего нету в жизни, ну, плюс-минус у кого-то, может, кто-то на море съездил, может, кто-то в лес сходил, может, кто-то на дачу съездил. У нас компания предлагает еще возможность путешествовать, и это такие путешествия, которые просто переворачивают жизнь вообще, ну, как бы, ну, вы, я, первое путешествие мое было в 2015 году от компании Oriflame в Египет. До 15 года, 30 лет я нигде не могла позволить себе, где бы я ни работала, я нигде не путешествовала. Когда я побывала на своей первой конференции от компании в Египте, я сказала: я не пропущу ни одну конференцию. Это то, что меняет вообще полностью мою всю, вообще, все мое понимание о жизни. Потому что я хочу эти эмоции, я хочу ради каких-то новых эмоций жить. И с того времени именно я, да, я побывала в 8 странах мира. Наша компания еще была и в других странах, да, я в некоторых не была, наша команда была. И 40 партнеров уже с нашей команды 9 стран посетили. Так это только 5 лет. Это только-только мы стартанули, ребят, это вот-вот оно только началось. Мы только, это как снежный ком, вы снежечку слепили, и вы ее пустили в снег, да, и она крутится, крутится, она увеличивается. И команда будет расти, если вы приняли решение, значит, вы будете тоже с нами. И вы будете с вашими партнерами, и вы будете с вашими семьями. Мы уже путешествуем с семьей, мы уже 2-3 года, три года с мужем мы вместе путешествуем. Но я хочу сказать, что уже в следующем году открывается возможность путешествовать с детьми. Поэтому, ну, то есть на обыкновенной работе сколько вам потребуется времени, сколько вам потребуется лет, сколько вам жизни потребуется для того, чтобы ваш начальник вас отправил, вас, вашего мужа и ваших детей куда-то за границу. Сколько вам жизни понадобится для этого? Никогда такого нету. Поэтому тут это придает эти эмоции новые. Вы посмотрите на эти счастливые лица, на эти, я сколько видео тоже сбрасываю для того, чтобы вы видели, что это реально, что вы тоже можете там быть. Потому что я человеком была просто официант, просто в банке, офисный работник, все, больше ничего не видела. Здесь увидела и рассказываю об этом вам. Но принимать решение вам. В этом году еще у нас впереди, в следующем году впереди у нас новые конференции, такие как Таиланд и Лос-Анджелес в 2021 году. И в 2022 году у нас Кейптаун, это для уровня бриллиантовых директоров. Сейчас у нас идет квалификация на Таиланд, когда закончится. То есть, я поставлю слайд, кто у нас будет проходить на Таиланд. И если вы сейчас пришли, не успеваете, к примеру, на путешествие, это ничего страшного, потому что через полгода мы узнаем, плюс-минус через полгода мы узнаем новую страну, куда можно будет пройти квалификацию, и вы уже будете в той новой стране. Поэтому самое главное сейчас взяться и просто делать для того, чтобы потом уже вы знали, что делать, когда наступит квалификация. Идем дальше. Про Лос-Анджелес, про Сан-Франциско я вам говорила, да, и 29 людей с Украины, это очень, ну, как бы, ну, это бриллиантовая конференция, это немножко дальше, да, но есть золотая конференция, есть менеджерская конференция, это ближе к вам, да, но я всегда рассказываю об этом. Не ставьте границ, не ставьте никаких там, это для меня нереально. Вот там самое интересное. Я пришла, увидела людей, которые там, я тоже там хочу быть. Почему они там, а я нет? И сейчас я тоже там. И я знаю, что будут у нас люди, что будут те люди, ключики, те люди, которые стремятся, будут тоже там. Поэтому ставьте себе высокие цели здесь. И не зацикливайтесь на том, что нужно продать сейчас помаду, да, или купить тоналку себе, а зацикливайтесь на том, что у вас могут быть вот такие вот возможности. Идем дальше. Время действовать сейчас. Я люблю факты, и сегодня будут у нас факты на нашей планерочке, да. Время действовать сейчас, то есть я люблю эту фразу, потому что многие ждут какого-то идеального времени,
Да, вот, ну, вдруг будет легче, вдруг будет удобнее, вдруг будет больше времени, а вдруг будет лучше интернет, а вдруг... А время проходит, и пока вы ждете этого вдруг идеального времени, оно никогда не наступает. И нужно действовать именно тогда, когда вы приняли решение. В той ситуации, с теми детьми, с теми мужьями, с теми работами, с теми семьями, с теми жилищными условиями и так дальше. С той скоростью интернета, которая есть и так дальше. Нужно действовать здесь и сейчас. И как только вы показываете, что я готов, я иду, я ищу возможности, у вас открываются эти вот терны, да, и вы начинаете, уже приходят к вам люди, уже есть маленькие результаты, уже начинают родные поддерживать, уже начинают другие заказывать, уже начинают знакомые присоединяться, уже начинает семья, ух ты ж, молодец, какой у тебя уровень, давай, что я тебя поддержу, уже начинают время вам давать, да, то есть, ну, когда вы принимаете, ну, вы думаете, что если вы завтра захотите, то вам сейчас вот сегодня муж вам не разрешал, а завтра вот вы пришли домой, и муж говорит, все, жена, пришло то время, когда я тебе разрешаю работать в Oriflame. Или дети, сегодня вот их нужно было кормить, ой, я сегодня не смогла посмотреть планерку, да, потому что я кормила детей, а завтра вот наступит то идеальное время, когда вам кормить детей не понадобится. Каждый день мы все с вами делаем одни и те же действия. Но кто-то находит эти 2, 3, 4, 5 часов для работы, а кто-то не находит. Рекомендую найти, действовать прямо сейчас. Поэтому все мы делимся историями, как кто это делает. Так, идем дальше. Поздравляю всех с результатами каталога 14. Сейчас мы с вами разберем инструменты на каталог 15 и перейдем к поздравлениям за каталог 14. Сегодня будет очень круто, весело. Добудьте до конца, потому что, ну, те эмоции, которые тут вы получаете, это, ну, это просто непередаваемо. Нигде таких эмоций нет. Инструменты роста на этот каталог. То есть, что такое инструменты роста? То есть, вы пришли здесь построить бизнес. Например, вы сравните, да, вы строите дом. Что вам для этого надо? Вам надо место, вам надо инструмент, вам надо кирпич, вам надо, ну, все там, что надо, да, вам надо люди, вам надо партнеры и так дальше, да. Вам надо вот это все для того, чтобы построить дом. Точно так же для бизнеса. Я пришел построить бизнес и сижу, жду, когда бизнес построится. Нет, нужно взять что-то, чтобы его строить. И вот это те инструменты, которые помогают нам в построении нашего бизнеса. Это каталог, это аутлет, это разные программы стартов, активации, кампании по приглашению, это дополнительные скидки, это дополнительные выгоды, это разные розыгрыши автомобильные, это все то, что вы можете взять и с помощью этого двигаться вперед. И сейчас мы это с вами разберем. Обязательно хочу сказать, чтобы вы скачали Telegram, у кого его еще нету, напишите в чате минус, у кого нету Telegram. И сразу себе возьмите и его скачайте. У меня Telegram и на компьютере, у меня Telegram, сейчас я веду с ноутбука, у меня Telegram на компьютере и Telegram на телефоне, и Telegram уже у сына, и Telegram у мужа, и мы друг дружке все важное перебрасываем. Очень удобный мессенджер для хранения информации. Не забивает телефон, то есть все там вы можете найти очень быстро, очень удобно. У нас есть очень много разных чатов, и в эти чаты обязательно вступайте, ищите там информацию, задавайте там вопросы, тематически все, это не все в одной куче, это все, то есть все тематически. Если чат по продукции, вы всегда можете задать чат по продукции, если чат по wellness, всегда можете задать вопрос по wellness, если это нужно найти вам обучение, есть канал обучения, где просто каждый день скидывается то обучение, которое вы пропустили, зашли, сохранили себе и все, и посмотрели. Канал посты, каналы, что у нас там, переписки, то есть много, это спонсоры все вам дадут. Вы сделайте себе скрин, если вас в каком-то нету, вы скажите своему спонсору или попросите в общем чате, чтобы вам дали эти чаты. Также у нас есть отличный, самый положительный, самый позитивный, самый целеустремленный, амбициозный, перспективный чат с уровня старшего менеджера в этом каталоге. Он пополнился новыми людьми, и новые люди могут, в принципе, сказать, что там интересно, да. То есть это уже, ну, такой
мозг нашей команды, да, то есть там, поэтому туда мы тоже ждем новых активчиков, поэтому, ребятки, это то, что в Телеграме. И идем дальше. Дальше. Вот такого плана у нас происходит обучение. Это вебинары. То есть я, когда пришла сюда, я не знала, что такое вебинар. И, в принципе, я не всегда понимала, с чем мне их посещать. Сейчас я просто кричу о том, что их нужно посещать. Потому что здесь что? Здесь информация, та, которая вам поможет расти. Здесь другие люди, которые уже достигли, да, опытные, успешные менеджеры, лидеры нашей команды, которые делятся своим опытом, фишками, методами для того, чтобы вы тут росли. То есть все очень удобно. Смотреть вебинар можно тоже с любого гаджета. Напишите сейчас, кто чем занимается. Я всегда об этом спрашиваю, всегда об этом говорю. Вы можете смотреть вебинар, готовить, кушать. Вы можете смотреть вебинар, колыхать малого. Вы можете, вот, кто-то убирает, смотрит, кто-то работает, смотрит, кто-то рекрутирует, смотрит, кто-то готовит, смотрит. Вот, все удобно. Когда ваш новичок приходит и говорит, я не знаю, как смотреть, вы ему просто объясните, что это просто. Это не сложно, никакой сложности, никакого напряга нет. Поэтому очень удобно. И чем больше вы пригласите партнеров на такие вебинары, тем быстрее они поймут, что здесь нету сложностей. Да? Поэтому обязательно сами приходите и приглашайте своих партнеров. Если у вас, например, не получилось сейчас смотреть, бывает на работе, дети там еще чего-то, да, нету интернета и так дальше, всегда есть канал записи вебинаров, пожалуйста, туда зашли, нашли, всегда есть запись вебинара в чате, но опять же, просто то, что вы увидели эту запись, ну, ничего не помогает вам, ее нужно посмотреть. Очень еще круто, фишку даю, лайфхак, да, что вебинар, который идет час, можно посмотреть за полчаса, когда вы просто в Ютубе там есть настройки и сделаете ускоритель. Просто вы будете, просто у вас спикер говорит быстрее, то есть вебинар за час, который час, вы можете посмотреть за полчаса, да, то есть это экономия времени, мы везде постоянно говорим об экономии времени, потому что у нас, в принципе, ну, если вы тем более работающий человек, да, или больше детей у вас, чем у меня, да, вы, если вы, вам нужно, ну, обучаться, но у вас его нету, вместо часа есть полчаса, можете успеть за полчаса. Приглашение на вебинар всегда в чатах, каждый день, да. Время в основном 14.00, 19.00, 20.00. Сегодня график мы еще не сочинили на следующий каталог, но каждый, то есть если вы будете внимательны в чатах, если вы будете внимательны в чатах, вы никогда не пропустите промоушен на вебинар. Каждый день, то есть если вебинар в 2 часа дня, мы кидаем уже промоушен на вебинар там утром. Если это вебинар на вечер, то мы кидаем промоушен там с утра или с обеда, да, то есть вы никогда не пропустите, если просто каждый там час-два будете заходить в чат и внимательно чат читать, а не просто его пролистывать, как ненужную информацию. Вся информация нужна, и вот это нужно понять. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Если вы уныкаете эту информацию, то ну, она вся мимо вас, и все деньги, и все уровни, все мимо вас проходит. Дальше, по информации, да, сейчас, то есть многие задают вопросы, сколько доставка, как доставка, вот, когда у вас тоже ваши новички будут спрашивать, и как делается доставка, куда можно заказывать продукт, да, то есть вот сделайте себе скрин, есть разные методы доставки, компания тоже все это учитывает, есть доставка в городах на офисы, это очень удобный сервис, да, доставка на офисы всегда дешевле, если ваш заказ на офис от 25 баллов и более, доставка 25 гривен. Если ваш заказ до 25 баллов, ваша доставка дороже, поэтому мы рекомендуем от 25 баллов. На новую почту, на Укрпочту, посмотрите, доставка от 25 баллов, 35 гривен. Ни один интернет-магазин вам не доставит продукт за 35 гривен. Или продукт, или любой заказ от 50 доставки на Укрпочте, на новой почте. Наша компания дает нам вот такую вот возможность еще экономить на доставке. Если ваш заказ от 150 баллов,
Любая доставка бесплатно. Я за доставку не плачу. Даже если я делаю маленький заказ, всегда есть продукт вместо платы за доставку. И я всегда закажу, не плачу там 50 или 35 гривен, я закажу себе крем для рук бесплатно. Ну, крем для рук платно, но мне будет бесплатно доставка. То есть вместо того, чтобы просто 35 гривен заплатить за крем для рук, я взяла за доставку, я взяла себе крем для рук. Тоже, ну, то есть, понятно, да, то есть, поэтому разбирайтесь, потому что очень много, подорожала доставка, или почему так дорого, когда человек сразу вбивает просто один продукт в корзину, высвечивается внизу сумма доставки 80 гривен, не пугайтесь, и не пугайте своих людей, просто объясните, что если заказ будет от 25 баллов, доставка уже пересчитается. Если для новичка, то доставка, помните о том, что если новичок делает свой первый заказ на 100 баллов, ему всегда бесплатная доставка, новичок в течение 21 дня. Эту информацию нужно знать. Дальше, вот, как оплачивать, тоже сделайте себе скрин, как оплачивать. Я всегда оплачиваю, очень удобно, через Приват24, 1 гривна берется комиссия. Вот, сделайте себе скрин и разберитесь, как мне будет удобно оплачивать. Если есть у вас он Райффайзен банк Аваль, оплачивайте без комиссии. Если терминалы разные, да, видите, то есть чтобы вы не переплачивали за доставочку, да. Так, и идем дальше. То есть это себе тоже заскриньте, но очень удобно через Приват24, Ощад тоже 24. Дальше, есть у нас стартовая программа для новичка, про которую я говорила. Если вы делаете заказ 100 баллов, у вас бесплатная доставка, и вы уже сразу стартуете в стартовую программу, получаете выгоду. Суммарно выгоды за 4 шага у вас получается... Суммарно выгоды получается от 3500 гривен. Эти все продукты вам компания дает за 100 гривен, эти наборы, но их сумма более, ну, то есть вы за них платите 400 гривен, а стоимость их более 4000 гривен, да, то есть и у вас есть возможность попробовать дорогостоящий продукт компании. Поэтому про стартовую программу тоже всегда мы рассказываем и обязательно ее используйте в своей работе. Это инструмент очень важный, который нужно знать. Дальше. Акция реактивации счет токен. Это если у вас были ваши партнеры или люди, которые пользовались, покупали что-то на сайте, потом перестали покупать, и их последний заказ был до 22 августа, то вы, получается, можете им сделать предложение, да, то есть они, в принципе, да, то есть 4 каталога не размещали уже заказ, они входят уже в базу неактивных консультантов. Если мы с вами размещаем регулярно заказ для того, чтобы быть в курсе всех новинок, всех там новых запахов, акции и так дальше, мы делаем с вами регулярно заказ, и мы получаемся активные партнеры, активные консультанты. Но есть люди, которые неактивны. И вот, Таня, компания внесла изменения по поводу этой акции. Если по поводу этой акции, то напиши, потому что я еще не знала. Добавила. А что добавила? И дальше стартер. О, да, и если у вас, например, стартеры, да, которые не размещали заказы, да, вот вы зарегистрировали, сколько каталогов, тоже с 22 сентября, или если 2-3 каталога не размещали? Вот, все, ну, то есть, поняли, да, те люди, которые зарегистрированы до 22 сентября и не размещали заказ, и те люди, которые размещали раньше, но последний заказ был до 22 серпня, тогда они при размещении сейчас заказа на 30 баллов, августа, да, при размещении заказа на 30 баллов, они получают аромат в подарок. У меня есть такой аромат, и он очень классный, очень свежий на каждый день, ну, подарок, ну, то есть вы можете, ну, представить, да, то есть вы ходили в один магазин,
потом в какой-то период времени вы за него забыли, но вам звонит директор магазина или менеджер магазина и говорит: «Здравствуйте, вы у нас часто покупали, вам нравился наш продукт, приходите, посмотрите наши новинки, мы можем вам скинуть ссылочку на наши новинки, на наши каталог предложений, вы посмотрите, выберите себе что-то на 400 гривен, а наш магазин вам подарит водичку в подарок». Отличное предложение. Отличное предложение. То есть, возможно, у вас в ванной комнате закончились ель для душа, зубная паста, вы можете сейчас сделать покупку себе на месяц вперед и получите за это еще водичку. Ну, то есть, вы понимаете, что компания нам дает вот этот инструмент, да, чтобы мы обратились сейчас к тем людям, которые вот, ну, немножко нас забыли, да, они что-то были с нами, а потом где-то ушли, да, но может им кто-то предложил, какая-то другая компания, может им предложила какой-то лучший продукт или какую-то лучшую акцию, но сейчас вы опять к ним вернитесь с этим предложением. И они придут и разместят у вас вот такую вот водичку, получат в подарок. Это плюс баллы в структуру вам. Это людям подарки, это людям каталоги, они могут дальше быть с вами лояльными потребителями. Но еще у нас есть классная возможность для очень классных директоров, да, старших менеджеров, которые очень активно работают со своей структурой, со своей командой, да, и для тех людей, кто уже является старшим менеджером и выше, кто в своей базе активных консультантов, неактивных консультантов разбудит 30 человек, то есть 30 людям подарит 30 вот, ну, компания вам 30 вот дала, вам нужно просто найти в своей структуре людей, которые захотят эти воды забрать, ну, то есть еще с наборами продукции, да, и такому человеку, классному старшему менеджеру компания подарит вот такой вот чемодан. Поэтому вот это инструмент тоже. Поэтому это в основном для старшего менеджера. Кто еще не старший менеджер, вы всегда можете знать, что вы можете участвовать в таких акциях, когда станете старшим менеджером. Так, и у нас есть с вами вот такая вот акция «Живези с маком». Я хочу про нее напомнить. То есть для новичков мы разобрали, что если вы регистрируете новичка, ваш новичок в течение 21 дня делает заказ суммарно на 100 баллов, он получает воду. То есть вы пригласили, объяснили, человек сделал, получил воду. Ваша задача проконтролировать, чтобы он получил заказ, чтобы он получил каталог, чтобы он зашел потом, второй заказ сделал, обязательно забрал воду, да, свою, подарочную. Это ваша работа. Но если вы таких новичков приглашаете уже, да, вы уже спонсор, вы уже рекрутер, и компания вам дает еще возможность получать вот такие вот крутые наборы посуды. В чем суть этой акции? Вы спонсор, вы начинаете приглашать людей. Минимальные условия для того, чтобы получить подарки. То есть все ваши люди, которые вы пригласили, они регистрируются, они уже делают какие-то заказы. Напишите в чате, у кого сколько уже за 14-й каталог спонсорских баллов. У меня уже более 1000 спонсорских баллов. Вот, у кого-то 305, у кого-то 503, у кого-то 400, у кого-то 150, вот. Вы уже, то есть баллы спонсорские можно собирать на протяжении 3 каталогов. Зелинская Виктория пишет: в мене нуль, це не страшно, потому что у тебя есть еще 2 каталога, чтобы, возможно, успеть собрать. И вы, например, да, то есть что, да, у вас осталось 2 каталога, но вы можете, даже если вы не вступили в прошлом каталоге в эту программу, или он пишет 35 баллов, вы же в этом каталоге можете доделать хотя бы до минимальных подарков, да, то есть, ну, план, да, в чем, да, если вы приглашаете 2 новичка, за период 3 каталога пригласили 2 новичка, и эти новички, кто там мне помогает со слайдами, и эти новички разместили суммарно за 21 день 200 баллов. Ну, то есть у кого-то кто-то пишет 35, но у этого человека, который разместил 35, есть еще время до 21 дня. Расскажите человеку, какие предложения сейчас действуют в каталоге, и этот человек закроет шаг стартовой программы, у него уже будет 100, и у вас будет 100 баллов. Он в воду, вы уже пол сковородки. Какие подарки за 200 баллов? Френч пресс, очень крутой.
Блинная сковородка. Просто за 200 баллов пригласите за 3 каталога 2 человека, объясните им про стартовую программу, они получают по воде, а вы получаете просто вот так, вы пригласили их, они получают сковородку. Или еще, как вариант, например, у вас, только вам нужно лично помнить о том, что у вас на номере должно быть 100 баллов, ваши личные. Но если, например, вы хорошо уже влюбились в продукт, знаете продукт, и вы можете, в принципе, на свой номер делать 100-150 баллов, как по желанию, да, а за 3 каталога еще зарегистрировать маму или друга какого-то, да, или подружку, и, например, у вас хорошие заказы, и свои баллы разместить на эту подружку или на маму, и за свои же баллы, но они будут уже не на вашем номере, а на номере вашей мамы, а вы для мамы уже являетесь как спонсором, и вы можете, например, да, маму зарегистрировать, подружку зарегистрировать, маме 100 баллов, подружке 100 баллов, они получают по водичке, а вы получаете спонсорскую длинную сковородку. А если это ваши баллы, вы получаете еще и по водичке, и длинную сковородку. Ну, я тут, ну, у меня уже более 1000 баллов, так что можно не блинную сковородку, например, если вам не надо, вот такие вот формы. Ну, мне формы точно надо, потому что надо кормить семью с каких-то красивых форм. Но дальше, если у вас есть 3 новичка, да, то есть 2 вы сделали и 200 баллов, у вас уже есть сковородка, но вы хотите еще другие подарки, такие как вот ковш, такие вот как вот такая вот гейзерная кавоварка или вот такая вот чайник, то есть у вас, например, уже есть какое-то количество баллов, да, и есть 2 новичка, зарегистрируйте еще одного новичка в 14 или в 15 каталоге и соберите суммарно 400 баллов. То есть у вас будет спонсорских 200 на сковородку и спонсорских 400 на чайник. Ну, это можно за 3 каталога, в принципе, выполнить. И есть еще дорогостоящие подарки, они стоят 600 спонсорских баллов. Это вот такая вот крутая кастрюля. Все, в принципе, мы картинки сбрасывали, вы можете их пересмотреть. Или вот такой вот сковородка-гриль, которая тоже каждому нужна, или вот такая вот сковородка сотейник. Мне надо все, очень хочется и очень-очень хочется. Поэтому вот, сделайте себе скрин этой картинки. И просто поставьте себе план, что я хочу. Вот напишите в чате, что хочу. Да, хочу, например, сковородку эту, непригорающую, гриль. Да, это нужно 600 баллов и 4 Q-рекрута. И 4 рекрута. То есть, и считаем, да, то есть у вас осталось 2 каталога. 2 рекрута в этом каталоге сделайте, 2 в следующем. И суммарно, чтобы они сделали 600 баллов. И вы получаете сковородку гриль. Но легко, но можно это сделать? Можно это сделать или нет? Ну, можно. Если у вас, например, 1000 баллов, вы можете за 1000 баллов взять сковородку гриль, к примеру, 600 баллов, и за 400 баллов взять кавоварку. 2 продукта. Или вы можете взять сковородку гриль, и кто-то опять мне вымогает, и... И сейчас. И два подарка с первой категории, да, вы можете за 1000 баллов взять 3 подарка, а вы можете за 1000 баллов взять 3 подарка с первой категории и 1 подарок со второй. Да, в общем-то, можно много всего взять. Самое главное – собрать спонсорские баллы. Или вы приглашаете людей, или если вы еще мало приглашаете людей, тогда вы можете просто внимательнее посмотреть каталог и собрать свой личный заказ больше, да, чем всегда. То есть если вы раньше делали 150, но я когда вижу такие акции, то я уже делаю не 150, а у меня уже просто торпеда включается, и мне хочется сделать ну, сразу 600, ну сразу на сотейник или на сковородку. Так, и дальше, это тоже не все, еще есть дополнительные условия, то есть каждый каталог, например, в том каталоге, если вы зарегистрировали 3 Q-рекрута, это 3 человека, которые разместили по 100 баллов, вы участвуете в розыгрыше вот таких вот подарков, но есть у нас такие люди, кто сделал такие условия, участвует. Если в этом каталоге вы сделаете 3 Q-рекрута,
мама, папа и сестра по 100 баллов, да, то есть, ну, хочу мясорубку, да, и мама, папа и сестра разместили по 100 баллов, получили 300 спонсорских баллов, получили 3 воды по стартовой программе, и получили баллы в структуру, и получили возможность участвовать в вот такой вот акции, да, поэтому, добренько, это мы поняли. И получается, что в следующем каталоге тоже будет еще розыгрыш таких подарков, каждый каталог 50 подарков. Так, это понятно, и идем дальше по нашей планерке. Дальше у нас есть классная акция про бонус, то есть это уже для новых старших менеджеров и для директоров дополнительные денежные премии, о том, о чем я говорила в начале, да, то есть если вы хорошо работаете и у вас есть больше меч, чем у кого-то другого, вы можете просто еще лучше, ну, в принципе, на работе же мы как приходим, мы же всемогущие, да, на любой работе, да, хочется показать себя, берешь дополнительную работу, берешь работу домой, вручаешь работу мужу, маме, пожалуйста, помоги, потому что вот на работе мне там какую-то там премию дадут, я хочу премию эту получить, к примеру, да, но на работе какую премию дадут, большую или небольшую, все мы, в принципе, знаем, какие на работе премии, да, поэтому обратите внимание, какие здесь премии. Здесь премии у нас вот $1000 за 3 каталога для директора и $1500 за 3 каталога для уровня менеджера. То есть вот, поэтому можно, пожалуйста, делегировать еще какую-то домашнюю работу своей семье, а себе взять немножко больше работы для того, чтобы пройти. Но это как вариант, да, ну то есть, но. И поэтому, если вы хотите здесь больше зарабатывать, да, и вы готовы трудиться, то всегда знайте, что дополнительное ваше время, оно будет оплачено. И оплачено очень достойно. Помимо всех тех доходов и премий, которые у нас есть, то еще есть вот такие вот ситуационные, да, там сезонные бонусы. Поэтому вот очень хочется обратить ваше внимание, да, для трудоголиков тут так вообще вот просто вот в точку, как вот нарисована цель, ну, вы поняли, да? Так. И что мы к чему проходим, мы уже подходим к нашим поздравлениям, в принципе, и я всегда фактами, факты, да, то есть я, когда мне говорят, я не верю в Oriflame, или если новичку моему говорят, я не верю, что здесь кто-то чем-то пользуется, а что Oriflame еще покупают, слышали такие фразы, да, ну там про продукт, например, да, ну вот, ой, да его же никто уже не покупает, о чем речь, какой Oriflame, да ну ты что, это прошлый век, ребят. Прошлый век вообще, но я знаю факты и верю фактам. Кто сказал, что это прошлый век? Где написано, что Oriflame – это прошлый век? Где написано, на каком заборе, что Oriflame никто не покупает? Oriflame любят, Oriflame усовершенствуется, Oriflame запускает новые технологии, Oriflame вкладывает миллиарды гривен, миллиарды долларов в разработку инновационных продуктов, клинически разработанных в собственных клиниках, исследовательских. Над разработкой продуктов работают просто невероятные крутые специалисты, профессионалы своего дела, и когда мне кто-то где-то в интернете говорит, что Oriflame это фигня или еще чего-то, кому я поверю? Я поверю компании, которая дает мне продукт, и я же просто знаю, я же не просто, ну там, а компания тоже сказали, кто-то на заборе написали, и компания сказала, кому верить, да? Я просто захожу и смотрю на факты, эти факты есть везде. Да, и вот я сейчас даю факты. Работаем мы с вами, да, то есть в нашей команде уже на протяжении 6 лет. И каждый год товарооборот, каждый каталог растет. Кто-то мне помогает со слайдами. Кто-то помогает мне со слайдами. У нас тут есть барабашка. И я хочу просто объяснить за то, что я каждый каталог веду статистику. Я не просто баснослов какой-то, да, просто там придумала себе что-то. Я веду статистику и показываю, как мы растем, как растет наша команда. И за что нам платит компания? Нам компания платит за товарооборот. И вот посмотрите, за 2019 год мы организовали товарооборот для компании 2 миллиона баллов. Это 20 миллионов гривен.
Ну, то есть это можно организовать товарооборот, если этим продуктом не пользуются. Ну, можно, ну, то есть если этот продукт никому не надо. Кто купил на 20 миллионов? Кто пробовал, кто тестировал, кто? Ребятки, ну, понимаете, о чем речь? В этом каталоге это рекордный, да, ну, за последнее время рекордный товарооборот. Ну, как за последнее? За все время. Рекордный товарооборот в этом каталоге за 3 недели. Мы уже научились пользоваться сами, мы научились рекомендовать другим. 6 лет назад моя команда организовывала товарооборот 0 баллов. Ну, то есть, понимаете? 0 баллов. У вас сейчас, возможно, ваша команда организовывает, ну, там, вы 20 баллов, и ваша команда 20 баллов. Возможно, вы сейчас, как новичок, тоже еще 0 баллов. Ну, просто подумайте, что через год может быть у вас. Не думайте, что если у вас сегодня нету баллов, их не будет у вас завтра. Они завтра у вас будут. Просто не останавливайтесь, а ищите. Я ищу, партнеры ищут, и это все растет. И это будет расти всегда. И мы показываем. И это 1,5 миллиона гривен за каталог. Вы можете понять, за 21 день кто-то говорит, у меня ничего не покупают. Ну, значит, еще нужно научиться рекомендовать. Значит, нужно что-то попробовать себе, да, ну, там, какую-то помаду и так дальше. Вот сейчас я накрашена тушью, помадой, краской, набором для коррекции бровей. То есть все, все на мне Oriflame. И это нормальный, классный, качественный продукт. Я его покупаю, мои люди, мое окружение. Но раньше я его не покупала, потому что я не знала. И точно так же вы не знали, сейчас узнали, начинаем что-то выбирать. Ваше окружение не знало, сейчас от вас оно узнает и начнет покупать. Люди в интернете не знали, но они от вас узнают и начнут покупать, потому что они все равно это покупают, они где-то в другом месте это покупают. Но если вы и ваши люди, которых вы приглашаете, будут покупать здесь, получаете и вы, и ваши люди, и воды, и доходы, и водички, и сковородки, и так дальше. Поэтому самое главное разобраться, да, и не думать, что вот у всех получается, а вот я вот какой-то не такой, у меня не получается. Просто работаем дальше. И сейчас по поводу денег, сколько платит компания за то, что мы помогли для компании организовать товарооборот. Вот, пожалуйста, за каталог 14. Компания выплатила нашей сумме, нашей команде зарплату на сумму 348 547 гривен. Это без подарков, это без сковородок, это без сумок, это без часов с камнями Сваровских, это без 50% скидок, это без экономии, которую вы тоже получаете, да, это просто деньгами, да, то есть кэшбэк, вы каждый раз заходите, кто делает 150 баллов, вы каждый раз заходите в новый каталог, и вы видите, что к оплате вам немножко меньше платить. Ну, кто как работает, да, кто на каком уровне, да, то есть кому-то меньше на 200, это первый уровень, у вас будет меньше на следующий каталог на 200 гривен к оплате, да, а кому-то на 300, а кому-то на 1000, а кто-то уже получает на карту, вот и все, вот. И 6 лет назад никто ничего не получал. То есть 6 лет назад эти люди, которые есть в нашей команде, они от компании Oriflame не получали ничего. Сейчас суммарно получаем вот. То есть это уже вот этот снежный ком, не останавливается. Останавливаетесь только человек, если он, ну, там, не захотел, передумал и так дальше. Oriflame будет расти. Растет и будет расти. И будет выплачивать. Так это еще тут нету премии. Через 8 каталогов нашей командой будет получено, через 7 каталогов нашей командой будет получено премий. Сейчас я скажу, 3,5 и 3,5 – это 7, и еще 4, 7 и 4. 11 тысяч долларов только премии партнеры получат через 7 каталогов за свою хорошую работу, 11 тысяч долларов. И когда я была новичком, я не понимала, не знала, не разбиралась, точно так же, как и вы, но прошло время, научилась, разбираюсь, и в моей команде это есть, точно так будет у вас. Поэтому, ребятки, я, ну, очень сильно хочу донести вам эту всю информацию, но время пришло уже поздравлять новые уровни. Поэтому сейчас готовьте свои ладошки, потому что
в нашем онлайне наши ладошки – это наши восклицательные знаки. И тогда мы начинаем наши поздравления. Это вот новые наши менеджеры 12%. Мы всегда поздравляем 12%. Но я добавила, да, за каталог новый и 9% менеджер, и 12% менеджер. Жукова Олеся, город Кременчуг. И я не добавила, я не этот, перепутала слова. Тут слова я не те написала, я просто готовилась. Просто сколько много партнеров, Олеся, я тебе скажу так, слова тут не твои, но я тебе скажу так. Олеся – это мой бизнес-партнер, через стенку почти тут рядышком, на работе тоже через пару домов. Олеся, мы тут с ней вообще как две родные души. 27.05.85 день рождения, дата как у меня, в один день, в один час, в один год и в один месяц родились, да, то есть очень сильно похожи. Живем в одном доме, наши дети ходят в одну школу, в один класс. У мужей день рождения тоже в один день разница, то есть насколько так похоже, да, но вот как-то мы притянулись друг до друга, и вот Олеся долго думала, и все-таки решила, что я приду и буду здесь действовать. И вот, пожалуйста, долго думала, да, там годик думала, отказывалась, там не присоединялась, но пришло время, да, то есть, ну, захотелось, и вот. И результат есть уже, да, то есть Олеся уже написала, что за этот успешный каталог уже дополнительный доход 994 гривны, это опять же без ввод, без ничего, да. И, Олесь, я знаю, что, ну, ты тут 12% – это промежуточный уровень, ну, это вот в следующем, в этом каталоге это будет в любом случае уже уровень побольше. Желаю не останавливаться, желаю разбираться, усовершенствоваться, и желаю полностью изменить, ну, свою жизнь с тем, что есть. Она и так у тебя очень классная, но я знаю, что будет еще лучше. Еще выпьем этот коктейль где-то на берегу какого-то теплого моря на день рождения. Поэтому поздравляем Олесю, идем дальше. Думаю, вот, может быть, я еще кому-то слова перепутала. Так, новый менеджер 12% – это Курганская Ирина с города Ямполь, Винницкая область. Я, Иру, это Ира мой тоже партнер, вообще люблю имя Ира, оно очень связывает меня со многими. Я тебя поздравляю. Ира не сразу включилась, несколько там каталогов морозилась, как мы любим говорить, но потом как-то нашлись, да, общие темы, и я рада, что рассмотрела возможности, я рада, что сейчас уже есть и партнеры, есть и регистрации, есть и ЛТО, есть цели, есть амбиции, однозначно идем только вперед, и желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше, верю, что все получится, умничка, поэтому, ну, стремительно растем уже к новым уровням в этом каталоге. И идем дальше. Новый уровень 12% Кривошея Ирина, это тоже мой партнер личный, да, я Ир всех беру к себе в команду, поэтому везде их отбираю просто, это лидерское имя такое. Я поздравляю, Ира, тебя с новым уровнем менеджера. Это маленькая Ира с Большой Бровки, это село, откуда у меня мой муж. И мы еще вживую не виделись, но я думаю, это будет у нас такая возможность, потому что где-то тоже там рядышком на соседних улицах живем, ну, от родителей. Поэтому, Ира, мамочка в декрете, это только маленькое начало твоей карьеры. Действуем, ставь выше цели, действуй настойчиво, верь в себя, и все у тебя получится. Обязательно иди вперед, несмотря на отказы, отговорки. Ты сможешь найти своих людей, которые пойдут за тобой. Я всегда рядом, помогаю, поддерживаю и верю в твой результат. Только вперед, идем дальше. Новый менеджер 12% Кондратьева Елена. И поздравления от спонсора. Спонсор Шиманская Таня.
Лена, я тебя поздравляю с уровнем менеджера 12%. Просто крутишка, це результат твоя робота, вжимаєш свою активну команду, це тільки початок. Я тобі бажаю також ентузіазму, таких активних, відповідальних партнерів, як ти. Ні на секунду не сумнівайся, все в тебе вийде. Леночка, якщо ти тут, передаємо поздравлення, всі присоединяємося. Желаю, звісно, нового уровня уже в цьому каталогі. І саме головне – продовжувати, не останавливатися. И идем дальше. Новый менеджер 12% – это Шарапа Алена, город Харьков. И слова поздравления от спонсора. Спонсор – это Гашлова Марина. Алена, как я рада, что пишу эти строки поздравления именно тебе. Когда мне спонсор сказала пройтись по теплому кругу, ты была первая в списке. Я тебя увидела в нашем проекте еще до того, как ты от меня впервые об этом услышала. Невзирая на отказы, на твою занятость, я все-таки добилась твоего внимания и ложилась 15 минут со своим предложением. И ты мне сказала, хорошо, попробуем. Но зная тебя, уже понимаю, что твое попробуем не будет брошено на полпути. Ты из тех людей, которые доводят свое дело до конца. Твоей самодисциплине можно позавидовать и поучиться каждому. Имея свой бизнес, двое детей, ты сумела организовать время так, что все сферы у тебя на отлично. Ты успеваешь заниматься детьми, водить на кружки, развивать их, вести свой бизнес, бесконечно общаться со своими клиентами, ходишь на свои тренировки. В нашем проекте ты окончила школу новичка на отлично, не пропускаешь ни одного обучения, ни одной планерки, без раздумий собрала семью и привезла на встречу в Кременчуг, уже привела своих бизнес-партнеров и очень качественно их сопровождаешь. Верю, знаю, вижу тебя на высоком звании. С Аленой я тоже знакома, Алена была в Кременчуге, Алена просто такой лучезарный человечек, позитивчик, тоже рада за твой результат и желаю в этом каталоге прорыв, новое звание однозначно. Только вперед, девчоночки, все зависит вот тут вот внутри, на этой волне, вот просто вперед, без всяких там каких-то тараканчиков в голове. Ален, поздравляем, идем дальше. Новый менеджер 12%, Черникова Виктория, город Кременчуг. Это мой партнер Вика, которая просто решила заказать у меня когда-то через интернет две черные маски, потому что она вот мамочка двоих деток в декрете, решила просто освежить свое лицо. Она, ну, как бы, она заказала просто маски, но я, как в каждом человеке вижу потенциального партнера, я сразу начала предлагать бизнес. Младшей дочке, вот у Вики только было годик, да, Вика зарегистрировалась сразу на работу, да, но немножко сомневалась, немножко стеснялась, немножко расковывалась, да, но умничка, что решилась, и сейчас уже, да, она долго не понимала, что делать, как делать, долго этот маркетинг-план и так дальше, но разобралась, и сейчас я хочу сказать, очень активно работает, уже есть партнеры, есть по списку знакомых, есть через интернет, есть ЛТО, есть цели, есть амбиции, есть действия, договорилась с семьей. Вик, твоим партнерам точно повезло, потому что, ну, от таких спонсоров, ну, это просто супер, да, то есть восторг. И знаю, что будет твой скоро заветный уровень директора, дальше только выше, желаю настойчиво идти вперед, верю в твой стремительный рост, и еще выпьем шампанского тоже где-то вот на, вот уже визуализация тут у нас готова, да, Вика тоже у нас была на кременчугском мероприятии, и Вика уже неоднократно со мной на встрече была, и по ночам бывает пишет, в 12 часов ночи я еще не сплю, тут много еще там отзывов, тут много переписок, тут много людей интересуется, меня рвет, на этой волне только вперед. Только к уровню директора. Поэтому, Викусь, поздравляю. Рада, что ты все-таки, ну, как сказать, созрела, да, и жду той минуты, когда буду поздравлять тебя с уровнем директора. Так, новый менеджер. У нас есть еще тоже очень крутые результаты. Это когда два уровня за каталог, да, новый менеджер и 12%, и 15%, да. Шиманская Татьяна, тоже с ней уже знакома, в Кременчуге виделись, да, спонсор Шаповала Леся, и пишет слова. Прорыв каталогу неймовірно, рівень 12 і 15 підкорено. Яка я рада мати такого партнера. Це початок твого шляху, мінімум
мінімум до діаманта. І я хочу, щоб в тебе ніколи не було сумнівів. І так ти також впевнено піднімалася по сходинках маркетингового плану. Навіть не віриться, в Кремінчузі стояла на сцені як менеджер 9%, а вже такий класний результат. Маєш в своїй команді менеджера 11%. Дуже вірю в тебе. Давай же ж в такому темпі далі. Танюш, поздравляю і тільки вперед. Умничка большая. Скоро будем поздравлять с уровнем директора. Следующий менеджер и 12, и 15% это Сафара Екатерина, город Дружковка, Луганская область. И спонсор Гашлова Марина со словами: Катюш, я тебя поздравляю с этим уровнем. Ты в проекте совсем недавно, но уже такой результат. Ты с небольшого городка, но с очень большим сердцем и желанием изменить свою жизнь. Ты мой самый первый бизнес-партнер. Ты поверила мне, за что я безумно тебе благодарна. У тебя замечательная семья, которая тебя поддерживает. Маленькая дочка, которая будет благодарна за свое счастливое и красивое детство, за то, что однажды ты приняла решение правильное строить свой красивый бизнес вопреки суждениям и отговоркам окружающих. Впереди много интересного, много побед, поэтому сейчас твое время полной самоотдачи. Жду твоего восхождения по лестнице успеха. А я еще хочу от себя добавить, Кать, ну ты тут я видела, ну то есть, но тебе, но сам Бог велел, потому что Катя приезжала к нам в Кременчуг, и, как я уже Кате тоже говорила поздравления, Катя даже уже переспала на диване, на котором спят бриллиантовые директора, то есть она побывала у нас дома, она ночевала, она зарядилась этой всей атмосферой, и, кстати, она сделала очень правильный выбор, потому что она приехала с Луганской области в Кременчуг, она ехала с двумя пересадками, она договорилась с семьей, да, ну, то есть, но у нее есть маленькая дочка, и другой бы человек сказал: нет, нету возможности приехать на мероприятие в Кременчуг. Она такой путь преодолела, Кать. Поэтому, ну, это твой очень отважный шаг. И, ну, только дальше, только вперед. Ну, потому что такие движения, такие действия, они в любом случае оцениваются очень круто. И, конечно же, будут результаты. Поэтому идем дальше. Новый менеджер 15%, Ватаманюк Таня. И слова поздравления от спонсора Маша Кубишин. Танюша, ти це зробила. Мій діамантик, молодчинка, щиро вітаю з таким крутим результатом. Залишилося ще дві сходинки до директора, і ти впевненим кроком туди йдеш. Дуже тішуся твоїми результатами, безмежно горжуся такими партнерами, як ти. Дуже хочу познайомитися з тобою вживу. Бажаю тобі якнайскоріше підкорити рівень менеджера 18%, і ти це зробиш. Твій спонсор Маша Кубишин. Маша Кубишин теж дуже хороший спонсор, але я бачу, що Таня дуже така весела, позитивна дівчинка. Поздравляємо. Звісно ж, зустрічемося на нових банкетах директорів і на крутих нових конференціях. І нового рівня вже в цьому каталогі. І йдемо далі. Новий менеджер 15% – Христова Юля з міста Бахмач. Ну, ми вже з Юлією теж відмічали успех с такой большой бутылкой шампанского, тоже вот визуализация на берегу океана. Юля, ну, Юля это просто энерджайзер и мама двоих деток, и владелица четырех бизнесов, и прекрасная жена, и хороший человек. Тоже Юля сделала такой вот классный, правильный выбор, когда приехала вместе со своим мужем на мероприятие в Кременчуг, когда уже познакомилась с нами со всеми вживую, когда набралась тоже здесь и эмоций, и впечатлений, и уже стояла на сцене за свои первые достижения, и сейчас уже есть новое достижение. Всегда пришла на потребление, просто написала в Facebook: Ира, я хочу просто покупать. Я говорю: ну, возможно, на бизнес. Не-не-не, меня на бизнес не трогай, я хочу только покупать. Когда-то была, знаю, все проходили. Ну, хорошо, ну, как бы я же регистрирую, покупать так покупать. Через неделю уже включилась в бизнес. Юля тоже здесь. Потому что, ну, у нас и команда, и какой-то магнит в эту команду, приоритет, поэтому, ну, не было вообще никаких других вариантов, поэтому Юля сразу через недельку уже включилась, всегда активно, всегда придет на помощь, всегда в тонусе, есть цели, амбиции, стремление достигать, карьеристка 100%, пригласила всех знакомых, активно приглашает Инстаграм,
Facebook, с ЛТО нет проблем, потому что все окружение любит Орифлейм, потому что после Юлиных рекомендаций не любить продукт ну, просто невозможно. Я 100% верю в твой результат, желаю двигаться вперед, ну, твой спонсор я. И идем вперед и будем отмечать скоро уже на новом банкете директоров твой директорский уровень. Поэтому осталось два каталога. И идем к этому уровню. И идем дальше. Новый менеджер 15%, стадник Таня, город Александрия. Это партнер, спонсор Тукова Ярослава. Он тут тоже, тут рядом, он все слышит. И передает поздравления, но он немножко занят рекрутером. Славик пригласил Таню, ну, у нас с Славиком как, он приглашает, а я сопровождаю, поэтому, ну, я тоже на правах спонсора тоже поздравлю. Таня – мама двоих детей, мы с Таней виделись уже тоже неоднократно, она часто приезжает в Кременчуг. Таня старается, поставила цели, что после декрета не выходить на работу, а быть лидером компании и нашей команды. Не все сразу получается, двое маленьких детей где-то отвлекают, где-то время много, да, на них надо, но… Тоже есть отказы, есть препятствия, но не стоит на месте, идет дальше, работает и по списку знакомых, и по Инстаграму, и в Фейсбуке. Тань, ты умничка, у каждого свой темп, не останавливайся на достигнутом. Я верю точно и знаю, что ты можешь достичь большего и лучшего будущего для своих деток и своей семьи. Действуй, новых знаний и ступенек. Я очень заметила, да, после того, как мы встречались первый раз, да, второй, третий, Таня очень изменилась именно и внешне, и внутренне, и набирается уже более уверенности такой. То есть тут ну, мы очень меняемся, да, вот даже просто личностно. И, конечно же, это, как сказать, да, это гордость для семьи. Поэтому, Танюш, на правильном месте двигаемся вперед. Новый менеджер 15%, Коваль Олена, и слова поздравления от спонсора, Пісковець Ані. Оленка, мій діамантик, мій майбутній директор і моя сестричка. Оленка, ти швидко піднімаєшся по сходинках і впевнено йдеш до своєї мети, а головне хочеш кращого майбутнього своїм діткам. Рухайся й далі в такому швидкому темпі до наступних сходинок маркетингового плану компанії. Ще раз тебе вітаю, ти хороший і крутий партнер. І просто цілеспрямована людина. Я дуже рада, що ти мені довірилася, і тепер я горшусь таким партнером, як ти. Леночка, поздравляємо тебе. Желаємо в цьому каталогі новий рівень, нові досягнення. Старайся, двигайся і зустрінемося на крутих мероприятиях і на сцені з чеками. И идем дальше. Но я вам говорила, это рекордный каталог, поэтому наберитесь терпения. Еще у нас есть немножко слайдов. То есть сейчас я на 36-м, а у нас всего их 63. Поэтому наберитесь терпения. И поздравляем дальше. Ропас, Юля. И слова поздравления от спонсора Балова Кристина. Юля, ти пройшла безліч труднощів і перешкод в житті. Молодець, що знайшла себе тут, щоб відволіктись, і одразу такий прорив 15%. Рекрутинг – понад 35 реєстрацій в каталог. Вражаючи ЛТО від 500 балів, так тримати. Дуже пишаюся, і що в тебе вже є свій менеджер, крутий дуже старт. Ти з нами всього 5 місяців і такі результати вперед. Юлечка, поздравляю, желаю вже з дуже стремительним темпом відкривати рівень директора і зустрічаємося на крутих банкетах директорів. Поздравляємо, йдемо далі. Новий менеджер 15%, Грузька Віра, місто Київ і слова від спонсора Шаповал Олеся. Віра, ми з тобою знайомі ще з дитинства, по списку знайомих, так? Хто б міг подумати, що станемо партнерами? Цілеспрямована, наполеглива, сильна, енергійна, маєш цілі, йдеш до них. Віра Гроцька, просто навіть не сумніваюся в твоєму успіху. Давай вже взірви всі чати своїм результатом. Я от просто читаю ті слова, і я вже представляю, що на слідуючий каталог, як мінімум уже, ну,
22, може, в этом еще, да? Вірю, що в тебе все обов'язково вийде. Вер, поздравляю. С Верой общаюсь тоже, она мне писала, мы списывались в Инстаграм, поэтому тоже еще поздравляю и желаю не останавливаться, двигаться вперед. Новый менеджер 15%, Старикова Татьяна, Луганская область. Вітаю з рівнем менеджер 15%. Пам'ятаю нашу першу розмову. Ти дуже змінилася з того часу, як і я. Багато труднощів пройшли. Я рада, що ти зі мною. Вірю в тебе і не відстану, поки не будеш стояти на сцені з чеком, як мінімум $1000. От це, кстати, правильний настрой. От взяти того партнера своєго отак от, і що, і сказати ні. Нет, давай, сам, давай, пошли, и все. Он говорит, может быть, там какие-то сомнения, отказы или возражения, или еще же, не відстану. Я тоже так, в принципе, такой метод работы есть с партнерами. Вот, вот все, вот никуда от меня, пока мы не дойдем как минимум до $1000. Все верно, ты заслуживаешь на це. Вір в себе, все обов'язково вийде. Спонсор Шаповал Олеся. Поздравляем, Танюш. Ну и вот, ждем. Уже как будешь получать $1000. Новый менеджер 15%, Вамельчук Алина, это мой партнер, девушка очень молоденькая, очень активная, амбициозная, еще разбирается, очень много еще впереди нужно освоить, но уже уровень 15% есть, ее молодые годы, такая активность, уже были регистрации, уже были партнеры, уже подключила своего парня, и вместе с парнем тоже уже пытается делать шажочки. Я, Алин, поздравляю тебя с уровнем менеджера и желаю идти дальше, двигаться вперед и достигать хороших результатов. Верю в твой результат, успех и знаю, как ты радуешься этому уровню. Не останавливайся на нем и только вперед. Идем дальше. Новый менеджер 15%, Ворона Марина. Город Кременчуг, тут тоже, это мой партнер с города Кременчуга, встречались неоднократно, очень амбициозная, целеустремленная девушка, уровень директора, это просто минимум, на который ты сюда пришла, то есть, ну, тут даже, тут не то, что вот так возьму и не отпущу, пока минимум $2000 не получишь, да, с ошибками, с неполучаниями, с отказами, но все равно идем вперед. Есть ЛТО, есть рекрутинг, нужно еще добавить действий активных более, да, и больше веры, больше вот этого вот настойчивости, да, усовершенствуй свои навыки, качества, достигай новых высоких целей. Ты можешь, и точно знаю, как говорится, затупись и делай, чтобы покорить те результаты, после которых все будут гордиться тобой, а не, ну, как многие нам отказывают или возражают. Но потом все то окружение, оно начинает гордиться, оно начинает приходить. Поэтому, Мариш, тебя еще раз с новым уровнем в этом каталоге метим еще дальше. И поздравляем дальше. Новый менеджер 15%, Ткачук Алена, город Кременчуг, это тоже мой партнер. Алена, ну это тоже я ошиблась, это партнер Славика. Славик, когда он везде, где ходит, он везде рекрутирует. И когда он был на тайском массаже, Алена работала там. Но я всегда уточняю, она не делала массаж, она на ресепшене сидела, да. Ну, а Славик сразу у него работает что? То есть Алена просто сидела, ну, то есть пока Славику полтора часа делали массаж, она сидела, ну, как бы есть время, он понял, что есть время, ну, и просто, ну, понимает, что молодая, красивая девушка, ну, то есть не место есть ей там, на, в принципе, на том месте, да, и поэтому предложил, Алена согласилась. Алене тоже раньше предлагали неоднократно, но согласилась именно на предложение Славика. Молодая, амбициозная, сейчас и разбирается в возможностях и действий для достижения результата. Встречались мы тоже уже неоднократно, но долго включалась. Но самое главное, я не говорю, я всегда не акцентирую внимание, там, быстрый результат или долгий результат. Тут самое главное, чтобы вы просто поняли для себя, что этот результат может быть у вас. И неважно, когда вы
вы там включились, или когда вы пришли. Пришли вы, может, раньше, включитесь вы позже, но самое главное, что будет на финише. И сравнивать себя там, что кто-то вырос, а кто-то еще не вырос, тут вообще ни в коем случае не надо. Каждый вырастает тогда, когда ему надо, да, каждый понимает, вникает в эти возможности, да. Алена молодая, возможно, где-то было какое-то стеснение, да, мы как семейная пара, да, там постарше люди, да, но, старперы уже. Поэтому, Алена, я тебя поздравляю, желаю не сдаваться, будем работать, все получится однозначно, и хочется тебя не отпускать, потому что ты просто как солнышко создана для этого бизнеса. Идем дальше. Новый менеджер 18%. Подгорска Марина. Это высокий уровень, и это уже за шажок до уровня директора. И слова поздравления от спонсора. Спонсор Балога Христина. Маринка, вітаю тебе з рівнем 18%. Неймовірний результат. Ти з нами всього 5 місяців, і вже такі результати. Вперед до директора, вірь в себе і нікого не слухай. Это точно. Слушай спонсоров, слушай свое сердце, слушай свою интуицию и действуй. Рекрутинг на высоте, от 10 рекрутов каждого каталогу, рекрутов. ЛТО от 700 баллов. Так тримать. Поздравляем. И в этом каталоге будем, я думаю, поздравлять уже с уровнем старшего менеджера. Умничка большая. И сейчас барабанная дробь. Потому что сейчас мы будем поздравлять новые высокие звания, которые у нас есть в этом каталоге. Как я уже говорила, рекордное количество новых высоких званий. И я поздравляю нового менеджера и 18% за каталог, и 22% за каталог. Это Гашлова Марина с города Харьков. Я хочу сказать, что очень часто так бывает, что вы, возможно, долго на каком-то уровне там засиделись, да, там 12 или 15, но помните о том, что до уровня 12-15 вы растете сами, и потом, когда вы все умеете, к вам уже приходят люди, и вы уже берете ответственность, и уровни следующие, высокие, они быстрее даются. Поэтому, будьте терпеливы, работайте над собой и не отчаивайтесь, если не получилось там вчера, да. Марина, я перешагну следующий слайд. Это моя кума, это подруга, с которой мы 20 лет вместе, то есть, это у меня есть такие две подруги, то есть одна кума, вторая кума, то есть 20 лет вместе по жизни, и сколько бы я ее, 8 лет я приглашала, то есть самый первый звонок, когда мне сделали предложение в Реплейм, я сделала двум кумушкам, да, но Марина сказала, и все 8 лет она мне говорила, я в принципе, зная ее 20 лет, я знаю ее возможности, я просто у каждого свое время, я просто понимала, что, она была директором частного садика в городе Харьков 10 лет, очень крутая должность, очень хорошая работа, очень высокая зарплата, это и статус, и карьера, и признание, да, работает. Я не наседала там на Reflame и так дальше, да, я просто секла. Но когда пришел момент, когда начался карантин, Марина уволилась, потому что она немножко выгорела на своей работе, она уволилась, и просто говорю тоже случайности, не случайные, потому что она написала пошутить, что на мой пост, когда я написала про Таиланд, она мне написала, а что же делать для Таиланда, хихоньки, как всегда у нас шуточки, Reflame и шутки, это же самое первое всегда. Я взяла инициативу в свои руки, позвонила, рассказала и тоже сказала вот так все. Других вариантов, наверное, и не должно было быть. Крестила моего сына это... Поэтому, если не знаете, кого приглашать, приглашайте своих кумушек. И если они вам сказали «нет», помните о том, что если вы тут останетесь, так как осталась я, как сделала результаты, кумушки к вам придут, однозначно. Все мои есть кумушки, у меня 6 кумушек, они все здесь, у каждого свое время.
Я никому не заставляю, не давлю, не наседаю. Каждому свое время, каждый придет, созреет или будет где-то успешен в другом, я соглашаюсь с мнением каждого. Но когда человек уже приходит, тогда уже мы работаем. Марина взялась очень ответственно за эту работу, то есть и ночами, и днями. Но она не работала по 2 часа, она работала по 12 как минимум часов. Она за полгода она зарегистрирована с 5 каталога, 9 каталогов. Это прорыв, это очень крутой прорыв, да, потому что у нас, в принципе, до уровня директора, ну, в среднем рост ход, да, ну, как бы, но есть люди быстрее растут, да, но это вот один из таких примеров. За полгода она пересмотрела все видеозаписи, все обучения, она посетила все планерки, она проводила планерки, она приглашала как глухая лягушка, чтобы ей не говорили, она никого не слушала, и, ну, вот это вот просто этот результат. Но она уже просто пришла сюда не пробовать, она пришла, заявила, я пришла, и все. На новые старшие менеджеры у нас делятся своими историями, мы скинем промоушены, поэтому вы сможете задать вопросы. Что получает уже с этого уровня, да? Это уже доход от 100 тысяч гривен годовой, это доход от 10-15 тысяч гривен ежемесячно, это премия впереди $1000, это путешествие в Таиланд, это новые возможности, это новые уже возможности открывать директоров в своей команде. Поэтому, Марин, но как бы... Давай каждые 2 каталога новый директор в твоей команде, не меньше. Поэтому заруби себе где-то там на холодильнике на своем и идем дальше. Идем дальше. Новый старший менеджер и новый менеджер 18%, 2 в одном, в открытой квалификации директор Шаповала Леся. Тоже девушка просто одна сплошная большая амбиция, очень хорошенькая, да, я с Олесей знакома, но у нее есть поздравление от ее спонсора, от Лены Галянт. Сильний, абсолютно самостійний лідер в глибині. Пам'ятаю нашу з тобою першу координацію і моє запитання до тебе. А що буде, якщо в тебе в цьому бізнесі не вийде? Ти впевнено відповіла, що значить не вийде? У мене все вийде. И ты была права, все выходит. Кстати, на моей координации я тоже всегда задаю такой вопрос, точно такой же поступил ответ. Далее пішли успішно закриті кваліфікації на Ібіцу, на Турецьку рів'єру, в Туреччину, і сьогодні ти вступила в кваліфікацію на Таїланд. Я весь твій шлях знаю, і сльози твої під сценою в Кременчугу я теж бачила, бо в глибині душі ти знала, що можеш більше, не виходило майже рік, але сьогодні твій день настав, да? Ну, от, год, да? Что-то не получалось, самое главное, не сдаваться. Чи було легко? Ні. Залишилась без спонсора. Прямой спонсор не работает, да, залишилась без спонсора. Але я щаслива, що ти до мене прислухалася і дозволила стати твоїм наставником. Скоро я буду плакати від щастя за тебе під сценою в Таїланді, де ти будеш тримати свій перший чек $1000. Так, Леся, ти вже мені як рідна, дуже близька по духу, дівчина з величезним потенціалом. Бажаю це звання закрити з легкістю і по дорозі підкорити ще парочку нових. Пишаюся, що тебе жде? $1000 премії за закриття директора, ще доповнительно $500 додаткова премія за рів'єру, доходи від 10, безкоштовна путівка в Таїланд. Олесь, я теж приєднуюсь, дуже... потужні слова, дуже велика радість. Олеся, мама 2 діток, ну, все як в усіх, да, але дуже такі от сильні амбіції, да, які двигають нас вперед. Олесь, ну, однозначно відкриття, закриття і відкриття нових звань 100%. В Таїланді я Лену піддержу, будемо там разом під сценою жувати соплі, як сказати. Так, новый старший менеджер, 22% в открытой квалификации директор, это Таня Саванчук.
Ну, эта девушка тоже такая вот амбициозная, но я сейчас вам почитаю историю, да. Она, вот у нее это было внутри, и она из села Орли в Калининской области. Вчера мы немножко слышали ее слова, ее историю. Она плакала за это звание, она, ну, настолько счастливая, настолько вдохновленная. Она говорит: я иду по своему селу, и у меня гордость, я не иду, я лечу, да, то есть. И это благодаря ее настойчивости, ее вот этому внутреннему стержню, что все говорили, я ролик в начале планерки ставила, да, вы все видели, да, ты идешь сам один, тебе трудно, ты идешь, все тычут, отговаривают, возражают, отказывают, а ты идешь, тебе сложно, скучно, идешь, 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 но потом, когда ты все-таки дошел, ты идешь уже с гордо поднятой головой. Ты сделала этот результат. И поэтому это слова от меня. С Таней тоже была у нас координация по Вайберу, когда я была в Пальма-де-Майорке. Поэтому, когда мы поедем в Таиланд, мы будем всем проводить оттуда координации. Поэтому записывайтесь уже в очередь, потому что это тоже какой-то идет, наверное, еще энергия, да? Так, і слова від спонсора. Цей час настав, ми це змогли. Я завжди бачила в тобі лідера, завжди знала, що це не просто чергова реєстрація. Завдяки тобі я росла. Я вдячна тобі, що ти повірила в мою пропозицію заробітку, повірила зовсім незнайомій людині. І що тепер? Да? Ти варта цього звання. Та що там? Ти варта більше. Ти цілеспрямований самостійний лідер, мама, гарна мама, турботлива дружина, маєш сильну команду, кайфуєш від роботи. Одним словом, я горжусь таким партнером. Бажаю нових високих звань твоїй команді, фінансової незалежності та відкриття сімейного бізнесу. Обіймаю, цілую, спонсор Ліда Вовк. Танюш, ну, відкривай, закривай, нові відкривай, людей в своїй команді відкривай. Ти дуже змінилася, ти дуже стала навіть ще більш сильна, впевнена в собі. Тому тільки вперед. Но під сценою ми тебе будемо поздравляти. Йдемо далі. Новий менеджер 18 і новий менеджер 22, відкритий кваліфікації директор. Це Іван Муцко. Це муж нашої зв'язочки, теж в нашій команді, да, Кристина Болога Муцко, ну, которая просто прийняла рішення і, ну, вона як торпеда. Не только себе, но и в семейный бизнес, все в семью, да. И поздравляем Ваню, но я хочу сразу же перейти к поздравлению нового открытого старшего директора и золотого директора Христина Болога Моцко. То есть, ну, у нее тройной результат, потому что в семье открыто три звания: директор, старший директор и золотой директор. Что и вот слова от спонсора, что тебя чекает? 3,5 тысячи долларов премии, хотя я хочу добавить еще 1000 долларов премии за человека, так? То есть 4,5 тысячи долларов премии. Таиланд с человеком. То есть, ну вот какая есть сила воли, да, то есть, ну, Кристина пришла, увидела, ну, что мне самой там путешествовать, то я буду путешествовать с мужем, вот взяла и сделала. 24 тысячи премии по пробонусу, автобонус. Я пам'ятаю, як у тебе не виходило нічого. Я теж дуже пам'ятаю, Кристина, і пам'ятаю полуночні теж переписочки в Фейсбуці. Були проблеми з особистим товарообігом. Зараз що каталогу робиш мінімум 1000 балів особистих. Були проблеми з реєстраціями. Зараз що каталогу робиш понад 30. Були проблеми з включенням партнерів, що каталогу понад 10 рекрутів. Не було ключових партнерів, зараз з тобою троє твоїх ключових у топ-25 рекрутерів України. Ну, то есть вы понимаете, что у вас тоже у многих вот не-не-не, не получается, нету, нету, нету. Но приходит тот момент, если вы не останавливаетесь, что все на нет, потом да, и идет, идет, идет вверх. Самое главное не остановиться. И Кристина молодец, что ты вот, ну, не остановилась, а пошла дальше. Ще пишаюся твоей целеспрямованностью. За 6 месяцев с нуля вывела свою гилку на 7500. За 6 месяцев. Ну, это дуже крутой результат. Бажаю успішно закрити золото і забрати свого Мегана з салону, бо він тебе вже чекає по автопрограмі. Дякую, що повірила мені одного разу. Слова від
спонсора Олена Галянка. Ну, Кристина, тебя тоже еще поздравляю. Умничка. Ну, в Таиланде увидимся. Новых теперь звездочек тебе в команде. Идем дальше. Это еще не все. Как вы там, нормально чувствуете себя? Новый открытый старший директор и золотой директор Лида Вовк. Это тоже высокое звание. Моя, и слова від спонсора. Моя зірочка Лідія Вовк відкрила одразу два звання. Ліда – це мега потужний лідер нашої команди, мій скарб, якого я так довго шукала, хоча не одразу і зрозуміла, що це діамант. Людина, яка прийшла без досвіду в наш бізнес, зуміла стати справжньою бізнес-леді та бути прикладом для багатьох. Ліда, ціную тебе та не перестаю захоплюватись. Це результат, це заслуга твоєї праці, ти цього варта. Дуже радію твоїм досягненням. Впевнена, що ти з легкістю закриєш ці звання і знаю, що ти заслуговуєш більшого. Це тільки початок твого великого шляху. Вірю в тебе, твій спонсор Заник Оксана. Лида, я Лиду тоже знаю, неоднократно встречались, Лида с Полтавской области, Кременчук приезжала, и в гостях были, и неоднократно виделись на разных мероприятиях, то Лида, ну, действительно, ну, очень, очень ответственный, очень уравновешенный, людина такая, да, то есть все взвесила, все за, все против, за, конечно, было больше, и отбросила все против, и пошла вот просто вперед, и сделала, ну, крутой прорыв, это однозначно. И слова от вышестоящего спонсора, от Богдана Сюк. Ще на початку минулого каталогу мы вагались, ну, потому что, ну, высокий результат, да, то есть не всегда думаешь, что он может получиться. Але завдяки твоей наполегливости все вышло. Ти діамант, сумнівів нема. Після 18 років найманої праці ти прийняла рішення звільнитися, реалізувати себе в Oriflame і все виходить. Дякую за твій результат, результат твоєї команди. Ви найкращі, горшусь. Попереду тебе чекає Таїланд, премія 1,5 та 2 тисячі доларів за два звання, 4 білети на банкет 2021, срібний та золотий значок, уже пасивний дохід з твоїх директорських гілочок. З нетерпінням чекатиму, коли відзвяткуємо твій успіх, молодчинка, горшусь, також уже після закриття звання, це участь в автопрограмі. Ліда, ну, дійсно, велике спасибо за такий результат, тому що ти вдохновляєш зараз всю команду, і Кристина Волога, і Ліда, це, ну, високі звання, які є вдохновителями, мотиваторами для всіх остальних людей. Вірте, дійствуйте і вперед. І що у нас ще є? Ну, от я просто далі по фактам. Вот про деньги, да, только в 2020 году выплачено премий от компании 131 тысяча долларов, да, то есть, ну, в любом случае будут премии, компания выплачивает, то есть тому, кто хочет, тому, кто пришел и делает, да. И следующее, что я хочу сказать, у нас продолжается квалификация на конференции в Таиланд. И это последние 7 каталогов, партнеры, которые вступили в квалификацию на Таиланд. Будет 2 части, это директорская плюс часть и золотая конференция. И я хочу, чтобы вы тоже бурными аплодисментами в чате поздравили, да, наших, ну, это еще не конец, да, это начало квалификации. Я вас поздравляю, вы в нее вошли. Гашлова Марина, Саванчук Тетяна, Шаповал Олеся, Коханевич Ліля, Дроздік Наташа, Моцко Іван, Тукало Юрій, Кубішин Марія. І золота конференція: Тукало Ірина, Тукало Ярослав, Лисюк Богдана, 2 путівки, Галянт Лена, Вовк Ліда, Кристина Волога Мацко. Осталось всего лишь 7 каталогов. Ну, это, ну, то есть уже 7 до квалификации прошли. Ну, уже больше пути пройдено, 8 до квалификации уже прошли. Осталось всего лишь 7. Желаю просто пройти, допройти, и, ну, вот таким составом мы будем в Таиланде поздравлять друг друга, отмечать успех. Просто, ну, настойчивости,
и начинайте делать уже сейчас, сегодня, ежесекундно, ежеминутно для того, чтобы все-таки добить эту цель до конца. Естественно, когда вы это сделаете, то ну, сомнений вообще ни у кого нету никаких. Идем дальше. Этот скрин уже вы можете просто отскринить, этот слайд, потому что у меня уже голос пропал. То есть для тех, кто новичок, да, то есть обращение, да, то есть вы увидели, сколько много новых уровней. Напишите в чате, знали ли вы, что может быть такое в Oriflame? Напишите, знали ли вы? Ну, я не знала раньше, пока я не начала это делать и не начала это достигать со своими партнерами. Не знали, и люди не знают. Наша задача что сделать? Людям об этом рассказать. Людям показать эти факты, людям показать эти возможности, открыть людям глаза на эти возможности. Потому что если вы им сказали, что вы об Oriflame, но не рассказали эту презентацию бизнеса, часовую, они не знают, что вы предлагаете. Надо четко рассказывать факты, аргументы, то, что здесь есть. И тогда к вам будут приходить люди. Как спланировать уровень директора? Вот краткая инструкция. Сделайте скрин. Я уже про нее рассказывать не буду. Сделайте скрин и обсудим уже на планерочках со своими спонсорами. У нас будут следующие обучения. И как сделать результат тоже вот по тому, по регистрациям, это тоже себе сделайте скрин, потому что мы уже немножко с вами задержались. И также еще хочу напомнить, что у нас действует автопрограмма, 46 автомобилей уже выдано компанией за 1,5 года партнерам. Это те, кто пришли, увидели, поверили и сделали. 46. Следующие, может быть, вы. И будьте на волне успеха. То есть вы, то есть помните о том, в каком вы окружении, какое окружение вас окружает. Ну, как говорится, с кем наберешься, того и поведешься. Нет, с кем поведешься, того и наберешься. Это понятно, да? Вы в успешной команде. Вы в растущей команде. Вы в, ну, в доброй, искренней команде, вы с хорошими людьми, вы с людьми, которые нацелены на позитив, на удачу, на везение, на любовь, на благодарность, на этой волне будьте. И если вы в этом окружении, в этой волне, вы тоже будете, ну, оно немножечко автоматом закручивает и вас. Просто начните действовать, начните разбираться, ну, понятное дело, что нужно разбираться. За вас результат не сделает ни один спонсор. Ни я, ни любой другой спонсор, ни самый успешный топ-лидер компании не сделает результат за кого-то другого. Результат придется делать вам. Но с кем, как, на какой волне, на вот такой, или когда вы просто дома у разбитого корыта, с чего начать? Тут есть. Идем дальше. Всегда говорю о том, что каждый человек достоин жить лучше, быть успешным, счастливым, здоровым, богатым, красивым. Поэтому просто продолжайте. Верьте в себя, продолжайте, и обязательно все у вас получится. Не сдавайтесь на начальном пути. Как бы сложно ни было, если у вас там не было какого-то там результата или кто-то вам отказал. Да блин, миллиарды людей. Миллиарды возможностей найдутся на те, другие, на те, у которых что-то не получилось. Поэтому идем дальше. И сейчас мы с вами дошли уже к нашему розыгрышу. Напишите в чате, кто его ждал. Ну, а я уже сохраняю нашу историю комментариев в Excel. Ждали розыгрыш. Это дополнительный бонус. Дополнительная ухтышка, вишенка на торте. Ну, торт мы уже с вами съели, он такой, он очень большой был, да, то есть только что. Ну, а это вот вишенка, кому-то она же, ну, вишенка на торте одна, в нашем случае их 3, 4.
Так, голос пропадает. Так, и что я делаю? Я уже забыла, запуталась. Так, у нас есть количество комментариев. Я сейчас скажу, что это рекордное количество комментариев. О боже. 10001 комментарий. Вы представляете, такого еще не было. Так, и я включаю нашу программу «Генератор случайных чисел» от 1 до 10001. 10001. И делаю 3 розыгрыша денежных призов. Вот, я думаю, вы видите, да, 10001. Делаю розыгрыш 3 денежных призов, и 4-й это набор Novage. 5837. Так, первый 5837. Татьяна Филиппова, швец, получает первые 300 гривен. Следующий 308. Швец Алена Гуцел. Поздравляем. Так, Алена Гуцел. И третий. 7041. Так, 7041. Ярошенко Светлана. Поздравляем. Все скрины по номерам я кидаю в директорский чат, там, где все мы директора, да. Так, и разыгрываем последний участник, это набор Novage. 8324. 324. Симоницька Гусейнова Юлія получает набор Novage. Поздравляю. И всем большая благодарность, что вы пришли, 2 часа меня слушали, но, поверьте, я готовилась намного больше, дольше, и другие люди делали намного дольше результаты, чем мы сейчас с вами выделили время для того, чтобы зарядиться на новые результаты в каталоге 15. И на следующий каталог у нас стандартный розыгрыш по поводу подарка 4-го, как всегда, у нас есть ухтышки, бывают, поэтому розыгрыш тоже ждем. Помните о том, что если одни люди смогли, значит, вы тоже сможете. Верьте в себя. Вы тот человек, который может изменить свою жизнь. Действуйте прямо сейчас, не обращайте внимания на этих всех кидающих помидоры в вашу сторону. Потом они будут хлопать, что вы достигли успеха. Сейчас еще раз я, конечно же, включу ролик поддержки мультипликационной, чтобы вы еще раз напомнили себе о том, что будете вы идти однозначно, вам труднее, потому что вы один, но дальше вы идете просто с огромной командой единомышленников. Всем спасибо, больше не отвлекаю. Запись планерочки будет в чатах. Целую, обнимаю и всем новых результатов в каталоге 15.